知ってる？片側は永遠に燃え続け、片側は永遠の闇に包まれた。これは私たちの世界、そしてあなたの。導く力となって私たちに見せてほしい。И всем-всем привет, народ! Большое спасибо, что подключились, и вы вновь на канале Starlight, и мы продолжаем играть в Alchemy Stars. В замечательную игру, продолжаем двигаться по истории, знакомиться с персонажами и так далее, и тому подобное. Я должен признаться, ребят, я сейчас вот зашел в игру записать вам серию, а там первоапрельский ивент. Я думаю, ну ладно, скипну катсцену, ведь все равно потом можно будет зайти в окошко ивента и посмотреть эту катсцену заново, но нет. Это обидно. Я думаю, вы уже по главному меню можете по изменениям понять, что что-то здесь не так. Ивент в чем заключается? Я даже не знаю. Я посмотрел, есть ли он на Ютубе. И на самом деле есть, но, блин, я не знаю. То есть вот все ивенты, имеется в виду именно вот такие вот внесюжетные, они идут с той подоплекой, что ты уже знаешь там персонажей, мир и так далее. И это, ну, не чего-то прям такое новое для тебя. И я вот так вот глянул видосик, и что-то я не знаю, ну, то есть катсцену этого ивента с жабами. И там так много персов, которых мы просто еще не видели, прям тонна. И как будто бы не хотелось их спойлерить через какой-то мемный ивент с лягушками. Вот он, если сюда зайти. Dream of Frog Catcher называется ивент. Ну что, типа сон ловца лягушек, либо чего-то вроде того. И там, типа, в чем заключается суть? В том, что мы такие спим, и к нам в разум вторглась какая-то лягушка из снов, и что чуть ли не наш сам персонаж превратился в лягушку, которая, типа, наводнила хаосом этот мир, и теперь нас ищут по всем странам, и нам нужно поймать, типа, этих лягушек везде, где мы только сможем их найти, чтобы установить порядок, да? Ну, потому что, типа, из мира снов через наше сознание, создание хаоса просочились, и, короче, все, мир горит, блин. Это забавно, и если мы соберем 9 лягушек, на разных менюшках этой игры, то получим тупо двухзвездочного персонажа. Принца-лягушку вот этого. Ну, лилипад — это кувшинка, да? Это мемный перс, потому что, ну, типа, двушки, их там, по-моему, всего 2 или 3 в игре. И их никто на полном серьезе юзать не будет. Но это буквально наш персонаж в обличье лягушки. Вы что думали? Мемы нереальны? А вот, так что, я так понимаю, вот они, эти лягушки, мы просто на них нажимаем. Угу.
Тот, кто такими слезными глазками на вас смотрит, его как-то даже жалко отправлять обратно в мир снов. Поэтому вы просто решаете закрыть свои собственные, да, и с закрытыми глазами это сделать. Угу, или вот лягушка. Глядя на эту странную лягушку, в вашу голову закрадываются мысли. Какие? Мысли о философической природе вселенной крутятся в ее крохотном мозгу. Лол, а сколько нужно набрать, чтобы получить хоть какую-то награду? Смотри, мы получаем с одной лягушки, с двух лягушек. Их 9 нужно найти, и мы их типа обратно в мир снов отправляем. Наверное, я не буду показывать. Тут еще, на самом деле, вот есть еще забавный ивент, который, я думал, чисто эпизодически, а он реально раз какое-то время происходит. Это вот этот ретро-ивент. Трон игр. Суперзлодей Гронстейн.ру. Я не знаю, хочу ли я его прочекать. Я говорю, тут столько всего есть. Но опять же, эти ивенты, они вновь появятся когда-то в будущем. Я думаю, что мы их потом и посмотрим. То есть, это уже 100% не первый раз в этом году. Так что мы еще вернемся к этим всем ивентам. Вы, если играете сами, вы, понятное дело, можете, ну, сами и заценить, само собой, все эти ивенты, потому что вы не записываете контент, понятное дело. И вам не нужно, ну, как с Лимбусом, да, выдерживать какую-то последовательность серий, там, может быть, для тех, кто контент не играет, да, сам, а смотрит у меня, так что это важно. Таинственные бонусы принца жабы. Смотри, связанные разумы Рибет. Ну, Рибет это типа ква, да, или чего-то вроде того. Связанные разумы это самый первый арт игры, где мы, помните, перед Сорозом представали, когда колосс даже не пробудился, когда мы еще даже наших товарищей не встретили. И тут написано, что удивительные способности жаб находятся в тем, что их разумы соединяют все сущее. И с помощью этого дара лягушки занимаются жизненно важным долгом помощи своим компаньонам, либо чего-то вроде того. Блин, это так забавно. Просто жаба вместо нас. Вот это я понимаю, блин. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Блин. Нам еще кто-то пишет. Эхо пишет. Ага. Сейчас мы про это посмотрим. Чтобы посмотреть. Я не знаю, в каких точно окошках эти жабы запрятались. Посмотрим. Может быть, там даже... О, еще жаба. Хорош. Следуя древним легендам, что-то экстраординарное случится, когда кто-то соберет 7 жаб. Ну, уже с 3 жаб, на самом деле, что-то случается. Достигли лимита призм? Кого? Серьезно? Я настолько редко захожу в игру, что не использую эти призмы. А, типа, больше 900 их быть не может. Ну, тогда пойдем сейчас их сольем в... Опа, еще 2! Ага. Тайна эта жаба листает дневник Вайс. Пока вы отчаянно пытаетесь... забыть... Ну, типа, дневник Вайс, а вы пытаетесь отчаянно забыть рецепты, которые внезапно наполняют ваш разум. Там, на самом деле, мем в том, что Вайс совершенно не умеет готовить. И то, что она готовит, это постоянно несъедобная дичь. И нам как-то неловко ей об этом постоянно говорить, потому что она злится. И она, видать, в дневнике у себя придумывает новые рецепты. И мы такие, типа, боже, как это развидеть? Ловим жабу вот эту вот. Ква-ква-ква! Блин, да, я понимаю. Давай сейчас сразу залетим. Какого-нибудь там опыта поймаем. Грозового там, например. Ну и заодно... Давайте сразу 130, пофиг. Сразу, чтобы и левел апнуть на 8. Ну то есть, я говорю, вот когда зачищаешь фарм, уровень твой реально довольно быстро растет. Это прям факт. Хорошо. Ну и чтобы мы еще могли закрыть, само собой, и квесты,
и... О, и квесты, и Battle Pass на сегодня. Еще одна жаба, сори. Укутанная в один из ваших шарфов, вот этих вот шейных, да, один в один похожий на вас. Скептичный, полный скептицизма взгляд эта жаба бросает в вашу сторону. Явно... Ну, этот взгляд, в этом взгляде вопрос, ну, типа, о вашем чувстве моды, да, что, типа, я ношу свой шейный платочек, даже я, жаба, гораздо лучше, чем ты, блин. Целестит. На колоссе мы уже смотрели, а чё на колоссе? А, на колоссе, вот, мы как раз-таки собираем призмы на сегодня. Я говорю, в гачах столько всего надо успевать делать, это ж просто ужас. А вы прикиньте, что это гачи какого-нибудь уровня Геншина? Где еще надо мир исследовать, что-то делать, это ж просто капец. Я думаю, если мы будем когда-нибудь какую-нибудь гачу такого рода смотреть, то надо будет выделять стримы. А это прям страшно. Мы такие вжух. И левел сапали. Но нужно до конца... До конца этой БПшки хотя бы 20-й левел выбить, я про это уже и говорил. Хорошо. В магазине по-любому есть. Ну, по-любому в магазине. Да ладно. Да ладно, нету? Да ну не верю. Да ну не... Да? Что-то верится с трудом. Что-то верится с трудом. Вот перец элиситский можно сюда тратить, кстати. Давайте вот эти вот будем коробки покупать. Это коробки с опытом, по-моему. А, нет, не с опытом, это коробки с редкими ресурсами для повышений для разных стихий. И их купить, да еще и 4-го левела, эпически их купить всегда полезно. Кроме того, я говорил, что будем тратить вот эти вот перья, ивентовые. У нас, короче, будет... А тут что? А, у нас закончились. У нас будет расти БПшник, уровень БПшника довольно быстро. Так что сделаем это. Сейчас мы еще крутку... замутим. Ну и постепенно будем переходить к самой серии. Серьезно, я не выполнил что? А, нет, выполнил. Поглотил 2000 перьев. Еще 500 поинтов сюда. Немножко нам не хватило для 5000, например, перьев. Что пишешь? Эхо. Напоминаю, что это из курьерской службы, откуда и Дов. Но не из Люмины. Ну и на регионы Люмины работающие. А работающая на регион Люмополиса. Мы до него еще доберемся. И это полная противоположность Дов, которая постоянно отлынивает от работы, ленится и так далее. Эхо, она наоборот, она кует железо пока горячо. И не просто кует, она же как ворона, ну, в ее декоре. Поэтому она прям падкая на всякие блестяшки. Я кушать хочу, Starlight, у тебя... есть что-нибудь сытное, да, на твоем колоссе, но при этом, чтобы быстро можно было это перекусить. В идеале, чтобы за один перекус можно было, короче, насытиться на целый день, вот, то есть, чтобы время не тратить на еду. Забавно. Ну, я не знаю, существует ли это пицца, я не знаю, либо чего-то вроде того. Такого не существует, типа, быстро похавал, ну и все, и целый день сытый. По-моему, это миф. По-моему, это миф. В смысле, то есть ты не ела еще, хочешь сказать, да? Все искала, чтоб тебе перекусить. Времени у меня не было, я письма доставляла, то есть чувствуется, это вообще Дов бы такого в жизни не сказала, что... У нее времени передохнуть не было даже. Ну, сказала бы, чтобы вызвать жалость к ней, разве что, чтобы ее пожалели, а так-то нет. Но тебе нужно есть, блин, да? Силы тебе нужны. Времени нет, должна идти. Поговорим в следующий раз. Эй! Ну, просто вся суть эхо. То есть от нее, блин, эхо только слышно, ты ее даже не увидишь. Она даже в сюжете будет появляться, такая быстро. Так, вот твои письма, вот твоя посылка, у меня там еще 10 доставок на сегодня, я погнала. Возможно, с ней мы как раз-таки сегодня и познакомимся. Да, через фраски. Она
трешка, то есть она третьестепенной важности персонаж на самом-то деле. Вот она, Эхо, Конвертер. То есть вот тут написано, что... Странствующая по Люмополису, эта девчушка вроде как часть курьерской службы, но она настолько занята вот именно в Люмополисе, что ее считают частным курьером в Люмополисе, да? Она патологический трудоголик и даже не спит, пока не закончит все дела, которые у нее на сегодня есть. Это невероятное просто. Эхо. Ну еще раз, трешка, как бы можно познакомиться и сейчас, как бы не особо-то и важно. Давайте сделаем. Эхо из... ее прозвище это типа курьер-ворона, то есть та курьер-голубка. Женский пол, 4 фута 1 дюйм, то есть она прям полторашка лютая. 2 мая день рождения, но она из Умбрейшена. То есть из Умбрейшена, при этом она независима из курьерской службы и работает в Люмополисе. То есть, понимаете, по всему свету просто успела побывать. А грозовой персонаж, воронья стратегия, ее боевой стиль. Что он про нее пишет Вайс? Мы слышали, что некоторые таверны в Умбрейшене — это идеальные места для сбора информации. Многие люди также приходят в эти таверны, пытаясь, ну, с той же целью собрать информацию, испытать местного лоску, но и мы решили, да, попробовать. Но однажды произошел инцидент с нами как раз-таки в таком вот событии. Была как раз-таки очередь Старлайта этим заниматься. К нему пристала девчонка какая-то, похожая на птицу, которая, судя по всему, слишком много, выпила, да? И просто не могла... Ну, то есть, прилипла к нему, да? Видать, после работы зашла Эхо, если это Эхо. Вот, и просто жаловалась на жизнь, как тяжело ей приходится, да? Вот. И судя по словам Старлайта, она напилась, вообще она не алкоголь даже пила, а просто немножко перебродившего сока стаканчик выпила, и все, ее накрыло люто. Вот, и похоже, не было у нее никаких намерений прекращать, да, свою попойку соком, просто соком напилась. Вот. Старлайт каким-то образом ему умудрил, ну, он смог ее утихомирить, он сам устал от этого, да? То есть тут на самом деле про это говорится, что прожужжало все уши бедному Старлайту, да? Он был вынужден просто с ней там сидеть, чтобы с ней ничего не случилось, и он вообще... радости не испытал, да, от этого назначения. В следующий раз мы решили отправить его в другое место, да, и он вновь ее там обнаружил. И вновь был вынужден купить ей целых 10 стаканов сока, и вновь, блин, такой же травматичный опыт получил, как в следующий раз. Просто куда ни шел, эта ворона была рядом с ним, блин. В конце концов, мы узнали, что это молодая мисс из курьерской службы, да, то есть вот эти вот у нее крылья, коготки и все такое прочее. И через какое-то время она сама вышла на нас, представилась Эхо и сказала, что она здесь, чтобы встретиться с человеком, который, ну, заправляет этим колоссом. И у нас не было же никаких причин отказываться. А может быть, она как-то на уровне подсознания запомнила, что дважды... Встретился и Старлайт во время неудачного вечера, да, на отдыхе, когда она соком обпивалась, и каждый раз он о ней позаботился, заплатил ей за сок, да, и чтобы с ней все нормально было, удостоверился. И она такая, блин, может она, ну, все это время прекрасно понимала, с кем общается, и такая, блин, я хочу поговорить с управляющим вашего колосса, ага. Давайте послушаем, что ей самой ей сказать насчет всего этого дела. Сразу ее повысим. Просто такая микро-лолька. Ну-ка, рассказывай.
Какое совпадение? Снова ты! Чё ты уходишь от меня, а? Почему увидел меня, сразу бежишь? Давай в этот раз я расскажу тебе о своей работе, да? В этот раз все нормально, в этот раз я не отпиваюсь соком. Я обычно доставляю письма и почты для курьерской... Ну, почты, говорю, посылки для курьерской службы. Но также на меня полагаются, когда нужно доставить какие-то конфиденциальные документы и предметы. Ты, наверное, думаешь, что так здорово, да, когда тебя курьерская служба нанимает, и это элитное какое-то, ну, что-то, да, такое замечательное. Но это неправда. Всегда жалуются на меня клиенты, жалуются на все, что у меня голос какой-то неприятный, что я слишком много болтаю, что для глаза я не очень... приятные, не очень приятную глазу. Они такие злюки, да? Я... Ну-ка, подожди. А, лучше б я в гильдию пошла работать и была бы агентом под прикрытием. Но... Почему-то... Подожди. А, типа было гораздо лучше на гильдию работать. Вот что. Агентом под прикрытием. Но в какой-то момент почему-то боссы из гильдии перестали давать мне заказы на доставку больших посылок, да? Вот что имеется в виду. А потом почему-то они перестали... Да-д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 а. А потом они почему-то перестали просить меня в Иллюмину даже отправляться на подпольную работу. Вот что имеется в виду. Ага. Подожди. Давай посмотрим. А, can they stop? Вот что имеется в виду. Все, извиняюсь. Говорит, наоборот, в сравнении работа на гильдию гораздо лучше. Быть агентом под прикрытием, да, в свободное время, типа вот доставки. Но, блин, могут боссы из гильдии прекратить, назначать для меня доставки больших доставок, да? У меня уже спина, говорит, от этого трещит. А еще они могут прекратить просить меня в Иллюмину отправляться, чтобы там собирать информацию. То есть это суть всего Умбрейшена на самом деле, то, что у них какие-то темные делишки по всему миру. Мне-то ладно туда отправляться, но Йоши, вот эта вот птичка, у нее все перышки опадают, когда мы отправляемся туда. То есть настолько безмозглые там люди, она говорит. Угу. Хочешь узнать, зачем я работаю на трех работах одновременно, да? Ну, то есть я и курьер, и еще шпион, и еще работаю там на гильдию. И вообще, зачем мне это все? Почему я тогда все еще работаю на курьерскую службу, даже учитывая то, что эта работа нравится мне меньше всего? А ты, говорит, знаешь, что значит быть бедной? И это самое, постоянно из кучи кредитов, да, и долгов. Вот, блин, и не спрашивай тогда. Блин, жизнь тяжела. Жизнь тяжела обычных людей. Приходится и птичкой подрабатывать, и шпионом, и там доставлять, и вообще офигеть, ты знаешь, за хату платить, блин. Я, блин, кредит взяла, ты понимаешь, да, платить за ипотеку сколько стоит. Блин, как этих ребят мне жалко из курьерской службы, они все какие-то прям дно скребут. Это прям такое. Потом мы ее голос послушаем. Давайте через это быстро, чтобы пролететь. Давайте кого-нибудь крутанем. Почему бы и нет? Продолжаем крутки вот эти вот базовые с базового баннера. Трешка! Интересно, новые трешки-то. Ну, там еще остались по-любому новые трешки. Но выпадут нам или нет? Это... Дов. Ну, Дов, это понятно. Ну, зато мы получаем прокачку для дерева. О, жаба! Смотри! И пусть эти жабы одинаковые на внешний вид, у вас все-таки создается впечатление, что у каждой из них все-таки немного разный оттенок шкурки. Почему-то. Это была шестая жаба из...
Ну-ка, подожди. Или нет? Или это типа 6 уже? Так, получаем награду, подарок. Еще раз, жаба. Блин, 2. Это просто кроличья нора в страну чудес, как будто бы. А, это вот 6-я жаба. Получаем чудесную сумку. Я просто бедная жаба, которая отдала тебе все свои сбережения жизненные. Что это такое? Все, и это 7-я. То есть еще где-то 2 жабы. У нас 6 дней на это есть, но... То есть еще в следующей серии этот ивент будет. Нужно будет... Блин, а где это может быть? Ну просто... Да где угодно на самом деле. Где угодно может быть. Цайныня? Нету. В друзьях? Ну могло быть в друзьях, но почему-то нету. Подожди, это кто-то... Нет, это рекомендованные друзья. Типа у вас есть общие друзья с ними в иллюстрациях. Ну сейчас я просто гляну. По-моему, может быть где угодно. Мне такое чувство, будто я просто не вижу. Еще где-то 2 жабы в настройках? Нет, вряд ли. А, здесь? Здесь? В разговорах? На самом деле, я предполагаю, где может быть, но... У нас доступа туда пока что нету. Ну, не должно же так быть? На складе? Это вот что за жаба? А? Награды, которые предлагает эта суперценная... коробочка с секретами часто обманчивая. Удача поднимается, типа, по ступенькам наверх, наверх и наверх, как и моя жизнь. Подожди, так мы юзаем жабу и получаем все больше и больше. Еще один раз. Крутанее еще один раз. Похоже, мы близки к гарантированной награде. И что? What the fuck? Это моя последняя попытка. Затем я просто нажму назад, закрою игру, закрою окошко и выйду из игры. 900, нифига! Слушай, нифига себе! Слушай, там сколько было? 1000 где-то люмамбера? Так это же офигеть! Так это же круто! Кстати, если мы... смотрите... Если мы, по-моему, закончим 100 или 120 ежедневной активности, то если у нас в attendance event, видите, пропущенные были награды, то мы можем нагнать. То есть ты, допустим, можешь заходить не 30 дней в месяц, да, а всего 15 дней, но при этом больше выполнить деликов и получить те же самые 30 наград. Понимаете, насколько это удобно? Ну, видите, 120, ну, чтобы забрать одну награду из прошлого, не забранную. По-моему, это реально полезно. Ну, то есть фишка прям удобная. Ладно, давайте крутанем еще. Сколько у нас круток осталось, интересно? Сейчас будет посмотреть. Трешка. Еще одна. Да-да-да, я могу эти анимации пропускать, но ведь интересно. Это, по-моему... Да. Кроха. Ну, сейчас... Сколько? 14 еще. Еще 14 круток. Ну, у нас гарантированная пятерка и А это ли не гарантированная пятерка, кстати? По-моему, да. Или это шестерка? Не, ну пятерка. Кто? Пятерок хороших много, на самом деле. Пускута! Я почему-то думал, что она у нас уже была. Пускута — это просто невероятный персонаж. Цветение конца. Из Умбрейшена. Рада встрече. Меня зовут Кускута, я из Умбрейшена. Я слишком официально представилась. И да, у нее гробы на фоне. И у нее линии жизни какие-то из ее, ну, из ее тела вытекают. Она как просто какой-то гробовщик из Умбрейшена. Там просто какие-то останки, оплетенные цветами. Это любопытный на самом деле персонаж. Но историю мы почекаем потом. Само собой.
Она потеряла все свои эмоции из-за проклятия. То есть она не чувствует никаких эмоций. И, похоже, безоговорочно доверять, ну, начинает первому человеку, которого она видит каждый день. Первый человек, которого она каждый день видит, она безоговорочно ему доверять начинает. На эти сутки имеется в виду. Она живет в уединении в Умбришине, работает в роли ассасина на Иствана. Истван, напомню, это этот темный повелитель Умбришина. Мы его видели в сюжетке Клейкина. Ассасин Иствана. Она прикольный персонаж. Природный, да? Иссыхание. Наносит урон трем противникам в радиусе действия. Четырем или всем противникам в радиусе действия. То есть это неплохо. И смертная оболочка, но при этом это можно перевести как высохший цветок, либо чего-то вроде того. Или, опять же, это три перевода в одном, типа мертвый товарищ, потому что там гроб, переплетенный цветами, да? Мертвый друг или чего-то вроде того. Выбираем одну цель в радиусе и наносим ей урон. Если цель занимает один тайл, и ее можно отбросить в этом ходу, то мы выбираем, куда ее отбросить, и отбрасываем в это место. Слушай, это очень полезная штука на самом деле. У нее и костюмы прекрасные, она такая просто как владычица смерти. У нее еще уши вот эти вот, а в повышении это вообще невероятный арт. Вы просто посмотрите. У нее кролик там какой-то, вот эта вот штука вместо глаза. И просто вот, просто гробики какие-то валяются на засохших полях. Это интересно. И все это очень красиво. Вот эти вот линии, которые от нее, ленты отходят. И у нее есть еще и винтовое повышение. Диванный детектив. Причем у нее типа кресло в виде тоже гроба. Посмотрите. Ну посмотри, какая она прекрасная. Это же просто невероятно. Вот эти вот ивентовые арты, они просто чудесные. И напоминаю, что у каждого арта еще эксклюзивная история есть, но для этого этот, ну, типа, арт, его нужно купить. Но купить невозможно, потому что не работает пополнение в России. Ну, хотя, возможно, есть какой-то способ как-то это все обойти. Можете, если вы в курсе, мне об этом написать. То бишь, я бы с радостью воспользовался, честно говоря. Хорошо. Как-то, знаешь, мы так даже неплохо за полчаса все это дело... Кто-то еще пишет? Кускута? Кускута как раз-таки пишет. А вот и вы. Я Кускута. Рад встрече. Надеюсь, мы неплохо поладим. Чисто первая встреча с Кускутой. Угу. Я надеюсь, что так все и будет. Она просто безэмоциональная. Что имеешь в виду? Разве так? Типа, разве это говорят, когда ты с кем-то встречаешься впервые? А что? Ну да. Ну типа, ну да, надеюсь... Ну да, надеюсь, мы неплохо поладим. Ну да, а что? Можешь научить меня, как общаться вообще с людьми? Я не умею общаться. Я не знаю, что сказать. Я не ожидал такой фразы. Лол. Ну... Ты просто приветствуешь людей, и все. Ну, спокойно. Ну, то есть, ну, в смысле? Как будто... Ну, в смысле? Ну, в смысле, как приветствовать людей? Ну, просто приветствуешь, и все. Типа, привет, привет. Рад встрече. Ну, ладно, я поняла. Попрактикуюсь. Как твои дела? Ну, хорошо, спасибо. Так вот, значит, как приветствовать людей. Блин, она такая милаха, но при этом она жуткая. Она как кукла просто, то есть... Почему у нее нету эмоций? Почему она ничего не чувствует? Ни эмпатии, понимаете, ни ненависти, ни радости, ни несчастья. У нее просто разум, просто мысли, и все. Без эмоций. Такой вот персонаж. Ну ладно, вроде звучит неплохо, но как будто бы чего-то не хватает. Эмоций не хватает. Просто как будто бы ты программу вбил... чтобы он поприветствовал, он просто берет и говорит «Привет, мир!» Без эмоций, без всего, просто потому что ему сказал так сделать.
Кускута, конечно, любопытный персонаж. Но мы еще не добрались даже до Умбрейшена, чтобы знакомиться с людьми. Напоминаю, где мы вообще в сюжете находимся. Мы прибыли в город... В подгород какой там, 26 или 28? Ну, короче, в подгород Иллюмины, где мы какое-то время отдыхали. Вайс находилась на лечении. Колосс наш восстанавливали, и вроде бы все было неплохо. Ну, после того, как мы отбились от эклипситов с помощью ребят из Red Diesel, да? То есть Харона сюда привез, сказал, отдыхай. Дальше посмотрим, как все дело будет. Но абсолютно внезапно на этот город напали эклипситы во главе с Нозардом, который решил смыть кровью нанесенные ему оскорбления, что мы его просто как шавку выкинули с колосса. Ну и плюс выслушаться он хочет перед начальством своим, само собой. Ему, конечно, сказали нас живьем брать, но такое чувство, будто бы на милосердие в каком-то плане уже рассчитывать не приходится сейчас. И мы вроде думали, что город-то защищен, там люди так-то на защите, а они просто появились из ниоткуда, пробили нашу оборону, и все, и паника, смерти, там крики, кровища, огонь, дым и все такое прочее буквально за 5 секунд случилось. Эклипситы страшные, то они фронт пробивают, не пробивают, то есть мы видели там в сюжете, что слышали, по крайней мере, что фронт остался целый. Никакой армии эклипситов тут не должно быть. Она тут есть. Это страшно, честно говоря. Давайте смотреть. Отступление. Под командованием Нозарда эклипситы угрожают горожанам этого подгорода. Чтобы... Ну, типа, чтобы как бы сконцентрировать силу, вам сначала нужно отступить. Да? Перегруппироваться. 21... А, да, кстати. Больше всего здесь, типа, ожидается персонажей как раз... молниевых. Так что лучше сюда накидывать персонажей природных в идеале. Ну, Кускута... Мы можем уже начинать примерно прокидывать персонажей разных стихий. То есть у нас уже есть... Команда водная, в основном, команда молниевая. Думаю, можно посмотреть, чего там на природу. Но нас мало на природу, ребят. Ну хотя, команду можно собрать. Кускуту как раз-таки можно повысить. Давайте на 25-й левел сразу. Почему бы нет? Я говорю еще раз, до 30-го левела повысить будет легко. Вот прям нереально легко. То есть даже вот синий опыт, да, который больше... повышает этих персонажей природных на 50%, это уже 8 левел. Без этого был бы 5. Ну а так вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и вот так вот еще докинуть. Все. Все, 5 таких, 2 таких, 25 левел. Там денег совсем немножко. И все, и Кускута уже самый жесткий персонаж, который у нас есть. Ну, типа... Окей, она там бьет в округе, точечно... Ее способность бьет точечно по целям, то есть она как дамагер неплохо сработает. А Йола... Йола что делает? Напомните... наносит урон... А, звездочки вокруг себя, понятное дело, и накладывает яд. Угу. И активка... А, он все тайлы на поле меняет, ну, кроме усиленных тайлов. Слушай, так это ж очень полезно. Он уже 15 левела, давайте его сразу апнем. Просто вот так вот, раз, два, три, четыре, 25 левел. Я его толком никогда не юзал, но потому что он мне всегда поздно выпадал. Ну, вот на старом аккаунте, и когда уже как будто бы другие были персонажи поинтереснее. Юрия, ну, Юрия, понятное дело, она в любом случае тут бы была. Потому что она наш единственный нормальный саппорт. Ну, саппорт в плане хила. Само собой, опа. Немножко больше, чем надо. Нам, в принципе, нужен всего лишь 21 уровень. Всего лишь. Пока что все это проходить на 3 звезды не проблема. То есть главное знать основы игры и все. Так, ну и мы сюда еще накинем Сильву. Сильва как раз таки Ауешер. Тоже я его... Это же он? Ну вроде да. Угу. Юзал не так-то уж и часто. Ауешер. Ну да. Ауешь уроном и выбирает один из самых... А, выбирает один из самых дальних тайлов в 8 направлениях. Да, дэшится и всем наносит урон по пути. Хорошо. Заодно и посмотрим,
как они вообще, что они из себя, эти персонажи, представляют, которых я не юзал сам толком. Ну и Дов, скорее всего, да? Можно было... Не обязательно прям Дов было брать, но пусть будет. Как бы, почему бы и нет. Сейчас говорю, можно абсолютно любых персонажей брать, и они себя будут нормально показывать в этих начальных главах. То есть это еще до первого повышения можно просто забить. Хорошо, поехали. Федерации Люмина, стали, кровь, порядок и цивилизация. Ну да, разрозненная федерация крупных поселков, сконцентрированная вокруг огромного подгорода под названием Ганнон, на передовой сражении против эклипситов. Ну и да, что у Люмины коллективизм, там совершенно отличающееся сообщество, блин, какая она прекрасная, от Люмополиса, где больше монархия такая, да? А здесь больше коллективизм. Все, разруха! Угу. Проклятие! Это... Ну, эти противники представляют из себя огромную угрозу. Навигатор, отойдите в сторону! Где мое руководство? Найдем описание, да? А, типа, новые какие-то эклипситы? А, это новый? А, это жнецы! Точно, это же... Как из Mass Effect. Жнецы, которые наносят... у которых, ну, такие лезвия, как у некроморфов на руках. И они вносят огромный урон. Просто их надо аккуратно. Вот. А радиус атаки у них может быть и маленький, но это поможет избежать их атак, то есть они бьют только вплотную. То есть от них нужно как можно дальше находиться, иначе они тебя просто порежут. То есть еще один тип эклипситов появляется. На X2 будем играть, хотя нет, у нас много новых, ну как, трое новых персонажей, посмотрим, ну как, замедленки их хотя бы атаки. Я думаю, мы... Вот так вот, если его окружим... О, смотри, это все радиус атаки Кускуты. То есть она наносит урон. То есть она бьет лентами своими. Блин, а мы можем... Блин, мы его не добиваем, что ли? И бам, смотри, у нее просто лозы из-под земли... О, это плохо. Ладно, мы перекачаны вроде. А, лозы просто из-под земли вылезают и всех дамажит в округе. Такая музыка напряженная на фоне еще. Хорошо. А вот здесь вот по... все, вот этим вот троим сейчас конец, а может быть сразу всем... Потому что, ну, все наши ребята будут действовать. Ну да, ну а Йола, он, понятное дело, ножницами своими режет. А чем сражается Сильва, я не совсем понял. Хил? И все? А, мы не достаем до него. Так. Давайте просто проверим, он реально все тайлы меняет на поле. Он реально все тайлы меняет! Да ладно? Так это же зам... Слушай, так это же офигеть, какой персонаж полезный. Если... Ну, правда, он сейчас вот фигню сотворил. Потому что там был удобная синяя дорожка, чтобы его добить. Но я прочекал просто, а ты делаешь... А, ты выбираешь цель, рвешься к ней. И а, так он же и остается на этом месте. Смотри, выбираем клетку. Подожди, а мы можем вот сюда? Стой. А, он не может в эту сторону, потому что здесь пролом. Хотя он тут мог бы спокойно пролететь. Сквозь против... Может быть, он сквозь противников может? Может быть, он только рядом? Ну ладно. Да, он делает... Да, может быть, он просто делает рывок, и сквозь противников он не перемещается. Такое, в принципе, реально. Да и в целом мы можем вот сделать вот так вот. Ну а что? Все, и сейчас вот спокойно все наши ребята проатакуют. Два раза. Это вот Джирабас, он, конечно... Но мы его должны убить, по идее. Чисто с ножницами, он еще и яд накладывает. Вторая волна тут же. Таких же противников. А, вот только жнецов теперь двое. Давай вот так вот как-нибудь, чтобы подальше, ну, вот этого жнеца находиться. При этом внести урона. А он же... Ну он на два тайла ходит, да? Он не достанет до нас. Ну да. Так, мы выбираем цель. Да, в радиусе трех. И дамажим ее. И откидываем при возможности. Смотри, она его просто в гроб сажает. И уничтожает там внутри гроба. Просто как будто бы там стальная дева какая-то. Либо чего-то вроде того. Она... Блин, зачем я на авто нажал? Отмени, ну ладно. Пофиг, там хил будет. Я просто промазал.
Просто просто промазал. Угу. Нам бы до молнии. О, все, у них шансов сейчас никаких нету. Ничего я не буду менять. Но его стоит юзать прям в каких-то экстренных случаях. Мы их сейчас должны, по идее, вынести. Потому что вся наша команда сейчас будет их всех бить, а тут эти псики не такие уж и жирные. Вот и все. Я даже не посмотрел, чего там нужно было сделать для... Ага. Вайс, Старлайт! Ну просто хаос начался из ниоткуда, и он такой бежит к нам, типа, что тут происходит, блин? У вас все норм. У вас все в порядке, офицер Харон. С вами все хорошо. Защита подгорода была пробита. Немыслимое случилось. Они пробились через, линию обороны. Каким-то образом, там Нозрат был, алло. Как они вообще смогли такую организованную атаку совершить? И прямо по всем слабым точкам подгорода ударить, да, как будто бы, может быть, мы еще не понимаем, что эклипситы на самом деле умнее, чем нам кажется, да? Они же давным-давно не совершали таких атак. То есть, да, против них там сражаются, но последняя организованная настолько атака в мире была лет 17 назад на Era Vale, как нам говорили. То есть, за эти 17 лет все сражались с ними, просто как с дикими зверьми какими-то. А тут что-то началось, что-то какой-то нейрон активейшн у них случился. По какой-то причине. Мы слышали, что это связано не просто с колоссом, то, что он пробуждается, а то, что все это время эклипситы что-то готовили. То есть, в переговорах их мы слышали, что они там готовят какое-то крупное событие, и оно начинается как раз-таки сейчас, по счастливому стечению обстоятельств, прямо с пробуждением колосса и целестита. Да, то есть это к чему-то ведет. Быть того не может, что-то не так. Ничего подобного за все эти годы не случалось. Вот-вот, я про это и говорю. А тут как будто бы они несколько недель не нападали, потому что чекали слабые точки этого города, а потом взяли и атаковали нас. Это реально мне Mass Effect какой-то напоминает. И как... И что мы будем делать сейчас? У нас сколько солдат, которые могут сражаться? Нужно собрать всех у места, где они прорвались, да? Чтобы не дать еще большему количеству забраться внутрь. Угу. Нужно план эвакуации в действие привести. Уже слишком много эклипситов пробились внутрь. Следуя кодексу Иллюмины, это уже угроза класса S. Мы должны эвакуировать весь город. Ты прикинь, как все плохо стало буквально там за, короткий промежуток времени. Ну потому что никто не ожидал такого нападения. Прошу прощения, я, не предвидел ничего подобного. Но откуда бы ты предвидела, интересно? Да ладно, Вайс. Все, давай. Помоги мне эвакуировать раненых горожан. И все. Все уже настолько безнадежно? Либо что, у нас реально шанса никакого отбиться нету? И он такой, посмотри вокруг себя. 28-й город, это не поле боя. Тут полным-полно раненых солдатов и офицеров логистики, то бишь это не передовая нифига. Да? То есть это тыл, это тыловой город. Ну ладно, имеет смысл. Вот. Лучшее, что мы сейчас можем сделать, это силы сберечь и укрыться в другом городе. Просто взяли и город сломали, вы прикиньте, такой огромный, мы же видели его. И что делать будем сейчас? И какая ситуация сейчас? Эклипситы повсюду. И полным-полно высокоранговых. В любом случае, здесь мы оставаться больше не можем. Это Нозерт. Да, это Нозерт их всех вел, очевидно. Угу. Уже очень скоро этот город падет перед этими эклипситами, и мы ничего не можем тут сделать в этой ситуации. Ладно, поняла, Старлайт, помоги мне. Давай, эвакуируем всех вместе, да, то есть мы там будем отбиваться от эклипситов туда-сюда, людей искать, которые там выжили, возможно, и где-то укрываются и так далее, понял? Никого постараемся не оставить, да, но город-то, я не знаю, какое здесь население, но не миллионник, скорее всего, но тем не менее. И он такой, я не оставлю, да, никого из своих людей, должны эвакуировать каждого. То есть он управляющий всего этого города, то есть он, конечно, не генерал армии Харон,
Но это его город, по факту. Пойдем, пока еще не слишком поздно. И Нозарт вот этот вот. Вот так. Не давайте этим Аврорианам и шансы передохнуть. Когда найдете, где находится колосс этот Целестит, дайте мне знать немедленно. А, ну да, ну мы же типа в доке на окраине находились все это время. Блин, ну слушай, ситуация какая-то плачевная, честно говоря. Честно говоря, ситуация какая-то печальная уже. Ну, куча ресурсов, но они нам пока что толком-то и не нужны. Интересно, где жабы остальные? Прям интересно. Эти вот окошки, они типа накладываются на основное. То есть тут как будто бы нигде и не может этого быть. Рано. Четвертый сезон... Подожди, что? А, интерлюдия же, да. Типа вот видишь, первая часть из тьмы. 10 глав. Затем вот это вот сумрачная интерлюдия между первым и вторым сезоном. Вторая часть... Эхо мира до 20 главы. И сейчас вот вторая интерлюдия есть. Тихая клятва средь сосен. Интересно. То есть третьего сезона пока что нет. Сезоны, напоминаю, это огромные просто в этой игре по масштабам штуки. Ладно, продолжаем. Dark Over. Вот, кстати, вот Dark Over Crisis, ну, то есть, типа, ну, темный. Dark Over — это, типа, тьма, когда захлестывает все, но темный будем переводить. Темный кризис — это вот то, что вот было 17 лет назад, когда был Эровейл уничтожен, и другие города тоже, в целом, не очень хорошо себя чувствовали. И вот, типа, тьма, накатывающая тьма. Нас атаковали эклипситы, застали врасплох, но... По счастью, еще не слишком поздно, мы еще все еще можем хоть что-то сделать. Кто-нибудь, наверное, ну, уже сигнал там о помощи отправил или чего-то вроде того. Как мы будем эвакуироваться, интересно. Также 6 ходов остаться должно, хотя бы пол хп и так далее. Водяных персонажей больше, ну, противников больше всего. Понятное дело, да? Какие же остались... Жутко... Он на богомола похож, типа, жуткие эти... Клинки, либо чего-то вроде того. Любит сражаться с Авроринами, двойными клинками и довольно опытен. Однако... Иногда еще работает с другими эклипситами и также известен как Мичень. Ага. 22 левел. И здесь лучше выбрать молниевых персонажей, так будет даже проще. Хорошо, давай повысим их всех, ну, как же... На 25 левел, почему бы и нет. То есть вы понимаете, что гринда в этой игре достаточно. Особенно дальше. То есть часто мы идем, да, не слишком сложно, но потом в будущем, когда там много команд нужно собрать разных, заметили, да, что я в принципе в этой игре собираю команды, потому что, ну, это имеет смысл какой-то. И так все это дело пройдешь, скорее всего, без больших проблем. Но если ты еще используешь персонажей, которые идеально ложатся на, ну, на миссию, на сюжетную, тогда это прям... Это с самого начала так, по факту. Давайте смотреть. Кто-то, возможно, скажет, здесь полным-полно этих самых каких-то эпизодов без сюжета, за что мы так не любим, там, четвертую главу в Лимбусе, например, да? Да, но при этом главы, они не такие здоровые. И рассказывают... О, еще одна ловушка. Главы не такие уж и здоровые, и как будто бы они довольно, с одной стороны, быстро проходятся, но я вот про это в Лимбусе, кстати, забыл сказать, что как мне жалко людей, которые туда придут, с одной стороны, не на релизе, потому что столько персонажей надо получить, эго, все это прокачать, пройти контент, и когда ребята, играющие в актуале, доходили до топа, условно, ну, топа условного контента сюжетного, и до следующей главы было время там покачаться, там повыбивать, там что-то прокачать, там... Я помню, даже Юля жаловалась в Дискорде, что типа игра такая быстрая, а теперь прикиньте, что все это сразу доступно. То есть ты прошел главу, и тебе сразу следующая доступна. А тебе там нужно там персонажей повыбивать еще, там кого-то купить, что-то там прокачать, а все это сразу доступно. И ты волей-неволей сам должен прерваться, чтобы этим всем заняться. И в этом проблема всех подобных гач, на самом деле. Это не проблема, но от этого никуда не деться. И здесь, на самом деле, такая же история. Так вот,
новый тип ловушки, но на самом деле это... блин, прикиньте, malfunctioning. Неразрушенное. Поврежденное, вот, поврежденное устройство защитное. Нужно оставаться, нужно держать концентрацию. Чем дальше, типа, тем будет даже хуже. И, возможно, в будущем мы с еще более комплексными ловушками столкнемся. Так что можем относиться к этой угрозе как к первому обучению. Да мы видели уже такие ловушки. Это на самом деле прорванная труба, типа. Она раз в какое-то время вокруг себя будет дамажить паром всех. Ну да, это типа система детонации, наносит урон вокруг, раз-два хода, нужно просто к ней не подходить, чтобы тебя паром не ошпарило. То есть видите, вот каждую миссию что-то вот новенькое появляется, и это на самом деле прекрасно. Ну то есть ты играешь, и тебе вот постоянно чего-то новенькое. Хорошо, две миссии, ну типа две волны. Сейчас вот... Ага, вот-вот-вот, и причем сначала срабатывает механизм, который дамажит так-то неплохо. Эхо, она просто перемещается. Вообще мы можем переместиться вот сюда. Пролететь. У нее такая атака, как будто бы она должна реально атаковать. Но что-то как-то нет. Вот так вот сделаем, заодно и продамажим. Да, может быть его даже убьем. И пар сейчас ошпарит его. То есть, видите, довольно неплохо. То есть, так можно подгадывать, как противники встанут и наносить им лишний урон. Особенно это хорошо работает на больших противниках. То есть, у них же несколько тайлов. О, это зря. Кида встал. У них же несколько тайлов, и поэтому... Ну, вы понимаете, там может быть урон. Особенно если по всем четырем тайлам, это просто забей. Что может случиться? А, ну он может подлететь. Подожди. Подожди, а мы разве... Подожди, что? А, мы тайл выбираем. Все, подожди. Выбираем тайл. Надо было, наоборот, к себе его подтянуть. Что-то я тупанул в этой ситуации. Да, можно молнией добить в целом. Этот контент, он такой, как и первые главы в Лимбусе, одноклеточный, поэтому тут как-то... Как бы думать не хочется. Сильно. Хотя, наверное, это, ну... Подожди. У нас есть красная линия, вполне себе неплохая. Его сейчас опять ошпарит. Причем ошпарит неплохо. Ну ладно. Мы перекачаны на 3 уровня для этого контента. Вот потом, когда мы сможем, конечно, перекачаться, но при этом это будет не так-то просто сделать, как сейчас. Придется, да и контент сам будет сложнее, придется реально прям думать, каких там ребят мы берем, команду, чего мы вообще там делаем и так далее. И сейчас это нужно, но сейчас это в меньшей мере. Минус один. А, смотри, молния типа не проходит сквозь. Хорош, оно еще стоит в таком идеальном месте. Так, этого, скорее всего, сейчас паром уничтожит. Но не факт. Молнией пройдемся. Блин, немножко не хватает. Так, ну и все, здесь молния сейчас. А, блин, она же не докачана. Черт. Она же не докачана еще. У нее там просто будет в форме ромба потом бить молния. Это очень удобная штука. Ну, то есть еще вот краешки будет задевать. Гораздо более большой можно задеть. Вот так. Можно еще гораздо, ну, больше формат задеть. И все, и смотри, мы его прямо к себе подтягиваем, это же просто идеально. Там можно неплохо сделать. А она что делает? А, как раз, давайте ее поставим и через ловушку. А, блин, ну мы не можем нанести урон сквозь ловушку, да что ж такое-то, а? Непроходимая местность. Мне просто было интересно, можно так или нет? Но походу нет. Ну ладно, здесь мы просто добиваем и все. Давайте вот так вот, чтобы... Наверняка. Ну как будто бы, блин, там на один урон хватало. Какое? Этой штуки. Но так мы движемся как будто бы даже быстрее еще. И получаем награды и так далее. И ресурсы для прокачки, они нам пригодятся в будущем. Само собой. 2.12. Неплохо. Это уже третий эпизод на сегодня. Импас. Интересно.
Город захвачен эклипситами. Это конец? 23 уровень. Подожди, импассе. Импассе. Тупик. Типа... Ну да, а, ситуация... Да, типа патовая ситуация, в которой ты ничего не можешь сделать. Ну мы просто сейчас горожан там собираем оставшихся, с эклипситами на улицах сражаемся. Я думаю, понятно, что мы делаем. Так, а вот здесь вот огненные персонажи были бы неплохо. У нас, по-моему, вообще команды огненной нету. Да? Да, у нас типа есть три команды, а на огненную у нас, по-моему, персонажей не хватает. Да, смотри, у нас... Ну у нас вообще-то есть, но там трёшки... Ну ладно, давай, давай, давай сделаем. Чему бы и нет. Только пусть первым персонажем здесь будет не он, а какая-нибудь Чандра, потому что она прекрасная. Вот. А потом уже надо будет, блин, у нас потом уже надо будет над крутками думать получше. Ну чтобы их делать почаще, имеется в виду. Так можно без проблем растрачивать ресурсы на это дело. Вот Чандра. Возьмем Алису. Алиса, саппорт. Что она делает? А, она ХП восполняет. То есть она вместо этой самой... Вместо Уриэль пойдет. Уменьшает следующий полученный урон. Восстанавливает ХП. Слушай. Ну нет, я, конечно, Уриэль возьму. Ну так, на подстраховку. Почему бы и нет. Но возьму на вооружение. Она, походу, интересный персонаж. Я ее тоже редко юзал, ну просто потому что как-то не было необходимости. Там навыпадаете пятерок, шестерок, и ты уже смотришь на трешки, ты вообще не смотришь, я уж про двушки не говорю. А четверки, ну так. В каких-то исключительных случаях, чисто из-за их способностей. Разве что. Да и то, редко. Вот посмотрим этих ребят, и у Юрия, ну вот, у нас 4 команды на 4 стихии собрались, но потом мы их будем, само собой, улучшать. Хороший способ как раз почекать, ну, персонажей с низкой звездностью, да? Потому что потом как будто бы смысла в этом не будет. Ага, сюжетка. Угу. Грязные, отвратительные создания! Вам стоило оставаться в тенях! Чисто на имбе такой идет. Почему вы решили прийти и уничтожить этот чудесный подгород? Смысла никакого в этом нету, да? Ну просто взяли, пришли и решили уничтожить его. Вуга! Чисто, у них же есть свой язык, просто мы его не понимаем. Ничего я не понимаю, что ты там говоришь. Просто взял его одним ударом, развалил. Какими темпами эклипситы доберутся до жилого квартала раньше, чем мы? Где ваш поезд Харон? Разве мы не можем им воспользоваться? Поезд Харона — это отдельный вид искусства на самом деле. Здесь нету никаких... ну, типа здесь все равно никаких железнодорожных путей нету конкретно в этой части города, чтобы мы могли им воспользоваться. Да? Интересно. И если я его призову, да, типа не как обычный поезд, а как оружие, то мы никого уже не спасем. Будет чудо, если даже наши трупы останутся целыми. Поезд Харона — это на самом деле его уникальная фишка. То есть это привязанный к нему аномальный объект, на самом деле, который он может, конечно, использовать как транспорт, но может использовать и как оружие. Считайте, знаете, вот поезд Харона как что? Это как поезд... как эта штука называлась? Я не помню. Из лоботомии, где типа билетики выдавал чел на кассе. Если ты не забирал билетики, приезжал поезд и всех выносил. Вот это то же самое. То есть он тоже из-под пространства вызывает поезд адский, который просто проносится как адский экспресс и убивает все, что движется. Угу. Так что нам нужно что-то сделать, и быстро! Ну, типа, не вовлекая это дело. Угу. Это действительно те же самые эклипсиды, с которыми мы сражались раньше?
Как так получилось, что они такие организованные теперь? Как будто бы цель у них какая-то есть. Так вот, потому что раньше они набеги просто совершали, да, в обычное время. А тут они вот прям из-под указки Нозарда. Мы же еще не знаем, что они реально разумные. Настолько. Да вот как война миров против другой, блин, против пришельцев из тьмы, блин. Как будто бы у них какая-то цель действительно есть. Интересно. Ну, мы чего-то об этом знаем, но могли и не знать, потому что там в выборе это все делалось. Интересно. Может быть, может ли быть их целью этот Целестит? Может? Ну вообще да. Они нам мстят за вот это вот, ну, конкретно Нозард за нанесенное оскорбление, плюс мы наш, ну, мы цель. Да. Интересно. Может быть, Целестит, и тут осыпаются последние скалы, ну, последние куски там домов рядом. Это просто разруха. Просто невероятная разруха какая-то здесь происходит. А вы же, я думаю, прекрасно понимаете, что в отличие от какого-нибудь Лимбуса, где история сконцентрирована на персонажах, которых, ну, по пальцам двух рук, ну, нельзя сосчитать, но по пальцам рук и ног можно сосчитать, и про них вся история в основном идет. А тут же история в основном про мир, про фракции, про цельные, про огромнейшее количество персонажей, и они все участвуют в событиях, но тут нет такого, что типа с каждым персонажем просто вся глава будет. Ну хотя в будущем, на самом деле, в каких-нибудь ивентах, посвященных конкретным персонажам, можете считать это, можете реально это считать главами персов. А основной сюжет, он, это вот как знаете, у Marvel есть сольники, а есть какие-нибудь мстители, ну, были, где рассказывается объединенный такой сюжет, где участвует много сразу персонажей. Понимаете, да? То есть там, ну, нет цели там рассказать про этих персов. Там цель показать объединенную вот такой, ну, массовую какую-то, массовые события. Вот, кстати, сразу и здоровяк под пар как раз-таки приходит. Вот, смотрите, в чем фишка... Чандре. Она выбирает цель, и мы такие, Шан. И в него прилетает урон. Но теперь... Или это... А, подожди, или пока что нет. Серьезно, без прокачки этого нет у нее? Да ну. Что типа с каждым попаданием количество вот этих... проджектайлов, фаерболов от нее типа увеличивается на один. Да ладно. Ну ладно, минус один к минимум. Да, она реально хилит. Блин, тут просто разруха какая-то. Жесть. Но урон он получает так нормально. Блин, нужно было бы его... Так, ты что делаешь? Атакует в любом направлении, наносит урон первому... А, противнику? Это, наверное, птичка-снайпер будет стрелять. Да, и мы здесь не можем. Слушай, а вот так вот мы нанесем урон сразу по всей туше? Ну-ка. Да, реально, это шарапнель. Это тонкий голосок, это голос птички, походу, да? Превращает одну клетку в красную. Любую, выбранную. Это интересно, но давайте пройдем по синим тайлам. Как-нибудь вот так. Так, со здоровяком минус. Да, но остальные остались. Еще будет урон здесь. Эти ловушки, они реально очень болючие. Ну-ка, реально? Один урон. Реально один. Офигеть, она без прокачки какая не очень полезная. То есть в будущем, еще раз, у нее с каждым попаданием все больше и больше этих будет фаерболов за раз. И если она кого-то убила... Мгновенная перезарядка скилла. Ну, то есть это вот настолько лучше. Давайте вот так вот сделаем. Она сейчас просто просветила тайл дополнительный. Угу, все. А, достанем? Хорош. Еще и хилимся. Нет, слушай, хил от нее дополнительный прям в тему. А здесь берется зеленые тайлы. Или что? А, нет, берутся просто от ее максимального хп значения.
То есть ее стоит на хп прокачивать. Хорошо. Почему вот игра мне такая говорит? О, там еще огнеметная ловушка, но она бьет, ну, прямо перед собой там в 2-3 клетки, так что окей. Мне сказали, как можно дальше от них отходить, а я просто подхожу поближе. А, их там две сразу теперь стало. Ну ладно, тогда давайте просто вот как будет откатываться, у нее способность просто дополнительно накидывать и все. Хорошо. Вот так вот как-нибудь. Ну, ему сразу минус. Да, вот только их многовато будет. Сейчас этот получит урон, этот... Ну, слушай, неплохо. Окружение нам реально помогает. Блин. Взрыв-то происходит перед целью. Ладно. Я-то просто думал, что вокруг... Давайте добавим красных тайлов. Вот так вот. Это полезно. То есть конвертеры... Это, пожалуй, самые полезные персонажи, которые только есть в игре. Ну, вот на таком поле, да, с таким геймплеем, если мы считаем. Ну, сами, думаю, понимаете, почему. Я вот не помню, но вот эти вот ловушки, они, по-моему, наносят огненный урон. То есть они против природных эклипситов, ну или противников в целом, ну, полезнее всего. Ну, если я помню правильно, конечно же. Но, по идее, мы должны их всех добить. Ну, по идее. Да ладно, ну там немного... Ну там капелька осталась. Ну ладно, нам все равно нужно 6 плюс ходов, так что мы в любом случае справляемся. Чё, летел подальше, смотри какой. Так, ну ладно. Как-нибудь вот так. Вжух, минус жизнь. Ну опять, это же вторая глава. Опять-таки. Угу. Не хотелось бы это признавать, но похоже, что... Больше мы сделать ничего не сможем, да? Мы и так уже действуем на пределе. Тут целый город с эклипситами. Но должна же все еще быть надежда. Мы все еще не разыграли нашу козырную карту. Какую? Ты про что? Сорос! А, в смысле эвакуировать на нем людей? Ну ладно, это имеет смысл, да? Это единственная возможность по факту. Ну... А как еще? Да? Что типа поездом никак не вывезти отсюда, всех собрать на Сорозе, а там уже он вылетит, прямо как в конце первой главы, и всех спасет. По идее. Да, говорит, прям так, как раньше мы сделали, да, с тобой, как выбрались из безвыходной ситуации. Было дело. Колосс все еще заряжается. И похоже, что какое-то время это еще займет. Как они вот реально уже разобрались в устройстве колосса, как минимум на базовый ремонт и зарядку, ну, сподобились, это же прям удивительно, честно говоря. Но стоит же попробовать, не правда ли? Если сможем всех привести туда, да, то кучу жизни спасем. Это уже героические деяния какие-то, колосс это полезная вещь. Пойдем, выбора у нас никаких нет. Кроме как нашу судьбу, да, нашу судьбу на Сороза положить сейчас, да, ну типа взлетит, не взлетит, унесет, спасет нас, это теперь от него все зависит, потому что, ну, колосс, блин. Люди всегда доверяют мне миссии в серьезные сложные моменты, я уже привык к этому, да, но вам лучше поспешить. Угу, ситуация накаляется. Я чувствую, как множество эклипситов приближаются. Ну, то есть к его местоположению. Похоже, выбора у нас нет. Я дам распоряжение погрузиться всем на колосс. Может быть, мы же... Да, мы же недалеко от колосса сейчас находимся в целом. То есть мы оттуда вот выбежали. Да, и я не думаю, что мы там успели на другой конец города пройти. Типа, кто в непосредственной близости там находился, все соберутся туда. А нам тогда нужно пойти запустить колосс. Побыстрее. И Нозер там где-то ищет нас. Ситуация, конечно, реально далека от идеальной. Но мы неплохо справляемся. О! Я подобрала эту штуку, да? То есть мы победили эклипсита, и с него выпала вот эта вот штука. Она тяжелая и, возможно, даже важная.
Может быть, она нам пригодится? О, подожди, это, по-моему, новый фарм у нас сейчас откроется, да? А, это центральный плагин! Это очень важный компонент для восстановления колосса и для улучшения мостика. Откуда у эклипситов эта штука была, интересно? Любопытно. Давай, пойдем посмотрим, работает ли все еще эта штука. Следуй за мной. Да, мы же теперь сможем колосса на второй левел поднять и все комнаты поднимать теперь на второй левел это раз. Да и новые комнаты откроются, да. Центральный плагин используется лишь на мостике. Быстрее, пойдем туда. Угу. Возможно, кстати, теперь мы сможем мебель расставлять по колоссу. Все, используй центральный плагин, чтобы улучшить мостик. Помнишь, да, как это делается? Да, я помню. Мы просто берем, юзаем, улучшить. С достаточным количеством материалов... типа у нас не хватает материалов на улучшение прямо сейчас. Нам придется... Вот, в ресурсный рейд касательно колосса, который отправится. То есть, нам тут нужны куски обшивки колосса. То есть, одновременно с этим еще и откроется новый фарм ресурсов для улучшения колосса. То есть, вот, комнаты все смогут быть второго уровня, мостик будет второго уровня. Лимит светлячков станет 150. И максимальное количество настроек на колоссе может быть 4500. Вот, то есть 10 светлячков, которые сделают все работы, и 20 обшивки. То есть, мы выходим... Выходим полностью отсюда. Да, источник сигнала здесь. Да, новое место мы нашли. Пылающая эстетика. Связана с родизелем, как раз таки будет это место. Мы как будто бы в мусоре будем копаться, как в конце 4.5, чтобы находить достойные детали для всего этого дела. Здесь нам будет помогать... Сейчас. Похоже, это как будто бы какое-то приглашение поработать вместе с другими Аврорианами. Я об этом ничего толком-то не знаю. Но вроде как эти ребята хороши в сборе всяких странных материалов. Ну да, ребята из Red Diesel. У них очень странные устройства, но они тем не менее работают. Одди, эклипситы здесь, позаботьтесь о них быстро. Одди, это главный техник Red Diesel. Просто не стой там, ты тупица. Ты что, ожидаешь, что я буду за тебя сражаться? А это эти ресурсные рейды, то бишь, что они из себя представляют? То есть ресурсные рейды опыта, это мы зачищаем эклипситов в пустошах и собираем с них опыт, тренируемся. Ресурсные рейды на деньги, это мы помогаем в Умбрейшене там зачистить хранилище и получаем долю, типа... И ресурсный рейд, связанный с сборкой колосса, связан с Red Diesel. То есть мы помогаем этой Оди на сборе деталей, да, в пустошах, обороняя ее от эклипситов. То есть, еще раз говорю, Оди — это главный техник Red Diesel. К ней просто каждый обращается в этом просто хаотической, в этой фракции, чтобы что-то починить, улучшить, модифицировать и так далее. И она... Вообще не выглядит как челик из Red Diesel. И, возможно, им и не является. Но для этого ее нужно получить и прочитать ее историю. Извините, мы здесь будем обшивку получать разного качества. Хорошо. 10 уровня первый фарм, то есть не первого, само собой. Я даже не знаю, какую формацию. Ну, давай основную. Пусть у нас там 20-го. Ну, камон. Город Геннон. Ярчайшая люмина. Ну и да, и тут написано, что... И вот мы посреди пустоши сражаемся, и там написано, что... Ноги... Мы просто посреди пустоши в Red Diesel где-то. И тут комбайн вот этой Оди находится. У него интересные механики. Там было написано, что много лет назад, когда эклипситы просто наводнили землю, и люмина выстроила подземные города для укрытия своих людей там. Ну короче. Это коллектор мусора. Буквально. Собранный Оди с такими щупальцами, и нам его, или это переработчик мусора, да, как каких-нибудь там сайфа игры, где типа мусор перерабатывается в что-то более полезное. И эклипситы нападают на него, и нам его нужно защищать в ходе какого-то количества ходов, чтобы его эклипситы не развалили. Да, то есть коллектор атакован эклипситами, мы должны его защитить, то бишь, видите, тут совсем другая механика. Очень важное устройство, его нужно... защитить, да, ну короче. Эти эклипситы
у них позиция, ну то есть они в превосходящей позиции, и нужно уничтожить их, да, которые успели пробиться сюда. Прикол в том, что мы можем активировать разные способности в коллекторе, нам про это пока не сказали, чтобы похилить его или щит навесить, или урон нанести, то бишь, это интересная штука. 20 ходов, блин, у нас есть, чтобы всех эклиптитов вынести, то есть их там будет несколько волн, по-моему, если я правильно помню, и нужно будет со всеми разобраться. Вот. Я все это быстро, видишь, они спавнятся. У коллектора есть простые функции, которые могут помочь нам сражаться с эклипситами. Но помни, что одну функцию можно только раз в ход использовать. То есть смотри, у него три штуки. Дикий рикошет наносит 50% от своего максимального хп уроном в округе. То есть, например, вот так вот. Раз. У него просто начинают какие-то шестеренки крутиться, эти щупальцы из-под земли вылазят, наносят урон. Еще у него есть типа самопочинка, хилится на четверть своего вот этого вот, и ионный щит, три щита на 3 урона, по-моему, получаемых. Но прикол в том, что у него всего лишь 5 зарядов на весь бой, то есть на весь фарм. То есть всего лишь 5 раз можно чего-то заюзать, то бишь это нужно тоже помнить. То есть что мы не можем каждый ход в целом во время всего фарма чего-то делать. Они будут появляться отсюда и идти сюда. Эклипситы продолжают наступать, но мы должны держаться, должны защитить коллектор от разрушения. Активация его способностей требует энергии. Ты же уже заметил, да, шкалы этой энергии? То есть да, тут написано, что у нас есть разница. Предыдущая атака оставила несколько трещин на коллекторе, воспользуемся экстренной починкой. То есть игра нам говорит, то есть смотри, он прям обнимает сам себя, как будто бы и чинит себя. Чисто наноботы сан происходит здесь. С большими будет сложнее. Ну и на более высоких уровнях фарма будет еще тяжелее, очевидно. Но и ресурсов будет... Они нас полностью игнорируют и идут к колоссу. Этому нет конца. Обязательно используй щиты энергетические, да, чтобы он смог выдержать больше. Да, типа 3. Он такой раз, запитывает себя, и вот видите, 3. То есть 3 любого урона, какой бы силы он ни был, он полностью выдержит. Вот. Хорошо, тогда расцветим клетки вокруг себя, и сейчас используем способности, да, ради которой, в принципе, вся эта синяя пачка существует. Да, то есть мы перекрашиваем... Сразу же все это комбиним на вайс. То есть билдостроение, как говорится, присутствует. Хорошо, Ноа делает что? Она делает щит, но толку в этом бою от него абсолютно нету. Потому что нас никто не атакует в этом бою. Они просто мимо нас идут и все. О, минус здоровяк, это хорошо! Возможно, это уже последний, но это не точно. Нет, это не точно. Жестко. Вот я всегда считал это самым жестким фармом из всех, что существует, потому что они могут его реально развалить. Да, если ты будешь нормально отыгрывать, то шанс на это будет минимальный, конечно, но, блин, напряженно. Они все продолжают пребывать. Даже жесть. Кат. Еще один ход подождем. Вот не совсем соотносится, конечно, еще минус 2. Не совсем соотносится, с какой скоростью откатываются у мисс Бланк и у Клекина способности, чтобы все можно было перекрасить, и потом сразу же проатаковать. Давайте вот так. Можно было еще докрасить на самом деле, но да ладно. Блин, ну Клекин, наверное, Блин, он выкрасил бы эти тайлы тоже, ну ладно. Там все равно в радиусе одной клетки все это делается. Смотри, что делаю. Сейчас мы, скорее всего, до Авроры дойдем сразу. Блин, нифига себе я их обошел. Да-да, я понимаю. Сейчас дамаг будет сумасшедший. Я надеюсь, что... Да, это последний. Ну ладно, мы типа в 2 раза по опыту, ну, по уровню превосходили это все дело, конечно же. Но все равно было немного напряженно. Хорошо. И мы получаем базовую обшивку для колосса. Вон, видишь? Очень прочная субстанция, но при этом это не металл. Похоже, это какой-то биологический, ну типа биологически выстроенная штука из древних времен. И используется для починки, ну, пространств на колоссе. И для, ну, воссоединения энергопотоков. То бишь, просто в пустыне мы провели археологические раскопки, да, чтобы найти немного чешуек буквально.
этого колосса. Колосс это странно, это что-то типа между биологией, магией и наукой, как говорили мы. То есть это по факту биочешуя какая-то, чего-то вот такое. Хорошо, и теперь мы можем обратно вернуться и улучшить колосс. Возможно, даже какие-то комнаты появятся новые. Ну да, мы сможем сделать еще одну энергокомнату, правда, это, ну, не только, не то, что нам нужно. И еще комната здесь. Это у нас офис, ну, типа, штаб на колоссе, который специализируется на том, чтобы отправлять Аврорина в города и выполнять различные поручения. А можно разных Авроринов сюда отправлять, чтобы получать особенные награды и так далее. Если в Genshin играли, там были экспедиции. Когда ты отправляешь персонажей, да, то есть они, их все равно можно использовать в контенте, но через какое-то время, там 6-8 часов, 4-12, они возвращаются и, ну, и приносят какие-то приколюхи, да. Эта комната откроется после 2.15, то бишь тоже во второй главе. Хорошо, но в первую очередь давайте улучшим ядро. Возможно, там чего-то визуально меняется, я не знаю. Это нужно прям аккуратно смотреть. И теперь сюда можно второго персонажа назначить, чтобы дополнительные бонусы получить. И их так-то много. Ну, Ноа какая-нибудь, например. Пространственный дизайн. Если она на мостике, на 2% дополнительный бонус к морали на кораблю. Ну, как бы окей. Давайте. Всего лишь за 5... светлячков можно построить еще одну энергокомнату, но у нас как будто бы с энергией все в порядке. И сюда кого-нибудь назначим, какую-нибудь Кускуту. Нет, Лилиам, она же наша мехгорничная. На 5% больше будет светлячков создаваться. Хорошо. И мы можем типа на второй левел уже это все повысить при желании. Но нужно больше... Ну да, но я буду за кадром, короче, туда тоже ходить, чтобы эту обшивку получать. Другие комнаты можно и призматический пилар тоже улучшить, чтобы больше было хранилища и больше их создавалось. Но здесь нужны продвинутые куски колосса, а это уже второй фарм, который еще нужно открыть. Но для этого нужно улучшить ресурсную станцию, чтобы у нас открылись фармилки второго левела, но для этого тоже нужны куски. А, так подожди, мы его можем сразу. Да, отправлять Авроринов на квесты. Все. 20 энергии и 10 светлячков. Все, изи. Изи, новая механика открылась. Штаб экспедиции уже доступен. Это означает, что теперь мы можем других поддерживать. Ну, то есть, как бы, запросы отправляют на колосс обычные обыватели с мира. И мы отправляем своих Авроринов, как будто бы... Ну вот как в Аркнайте, типа есть Роудс Айленд, и они отвечают на просьбы людей, даже самых обычных, здесь то же самое, смотри. Следуй за мной, посмотрим, чего здесь находится. Ты видишь, песчаный стол, это как бы место, как бы сад с камнями, но который принимает форму карты местности. То есть прикиньте, вот насколько все это дело взяли и совместили, запараллелили. Смотри, мы видим кучу разных мест. И пока что можем в два места направить наших людей. Но раз типа в 9 часов мы в дополнительную экспедицию сможем отправлять людей. А может быть типа в 2, потому что не прокачано это место у нас, да? И ведь смотри, в разных местах мы получаем разные ресурсы, и все они разные звездности, то бишь разная ценность. И, соответственно, показывает, какие здесь персонажи дадут больше всего профита. То есть вот здесь вот, например. Да, большинство таких квестов передаются нам различными фракциями. Выполним квест с помощью Авроринов. А, типа, если мы будем выполнять квест с Авроринами из одной и той же фракции, то мы получим бонус. То есть, смотри, это мини-игра такая. И разные награды в зависимости от рейтинга. Здесь награды, которые мы можем здесь получить, и рекомендованные для того, чтобы бонус получать. Угу. Каждый квест занимает время на выполнение. То есть мы выбираем, и типа смотри, 4 часа будет эта миссия выполняться.
Смотри. Обмена свидетелями. Два синдиката из Умбрейшена готовят обмен пленниками. Им требуется третья сторона, которые, ну, будут как, ну, как нейтральная сторона следить за выполнением обязательств. Давай выполним. Водные конвертеры. Здесь бы нам пригодились. А, смотри, то есть теперь пишет. Раньше не писала, раньше это нужно было умом, блин, предполагать. Пусть Клекин отправится, пусть мисс Бланк. А вот больше-то у нас и нет. То есть мы можем либо конвертеров выбрать, либо... Ну, можем вообще неподходящих, но тогда бонусов будет меньше. Либо конвертеров, либо водных. Ну, водных конвертеров у нас нету. Причем эти ребята из разной фракции, но они идеально подходящие. То есть желательно либо из Люмополиса, либо из Умбрейшена. Но у нас выбора просто нету. Ты прикинь? Они у нас либо из Люмина, либо из Нортленда, либо независимые, либо... Блин, ну ладно. Ну пофиг, не получим бонус дополнительный, но зато... Но зато, типа, хоть что-то получим. Просто раз, и все, и таймер пошел. Что вот здесь у нас? А, качественная древесина. А, реконструкция шаркфанга, ну то есть типа акульего... А, типа на острове акульих когтей, ну, клыков, да, требует большого количества древесины. Ну, это делики, понятное дело. Людей не хватает, поэтому они ищут торговцев со связями, которые смогут, ну, выкупить по сходным ценам древесину для них, и поэтому им наши агенты нужны. Детонаторы лесные, то бишь это такая мини-игра. Ну, это больше, понятное дело, нужно людей, больше времени, кстати. Лесные детонаторы, типа Сильва. Забавно, что Сильва как раз-таки хранитель лесов, и это прям идеально ложится. Конвертер из лесов. Но это вот как раз-таки из Нортленда ребята вроде... А, нет, он, по-моему, уже из Люмины. Ну ладно, давай хотя бы, чтобы они все были лесные. То есть, да-да... Интересно, можно ли собрать настолько идеальную пачку, чтобы они все подходили и по стихии, и по классу, и еще и все были из одной фракции, это было бы прям идеально. И все. Ведь больше мы пока что ничего не можем. То есть это тоже такая тема, очень простая в исполнении. И нам опять же для повышения, чтобы... А, ресурсная станция сначала нужна, понял. То есть тут прям цепочки. И назначим сюда человека... ответственного, и пусть будет это какая-нибудь эхо. О, смотри, на 1 час быстрее экспедиции восполняются, когда она здесь, то бишь не 9 часов, а 8. Вот это я понимаю, просто назначаем, даем работу ребятам. Остальные пока что штуки закрыты, и вот здесь вот можно сразу посмотреть. А, это удобно. Раньше это было не так. Раньше нужно было прям кликать. Хорошо. Я заигрался. Сколько времени серия занимает? Я серьезно, я что-то такой. Так, блин, надо это сделать. Это. Жесть. Ну, слушай, нифига себе я выполнил на сегодня. Блин, немножко не хватает завершить квест и поговорить с Аврорином на колонии. Блин, а давай сделаем. Я выполню еженедельные как раз-таки все задания. Хотя сегодня только среда. Если вот так подумать. Так, ну, допустим, выберем какой-нибудь... Энджел, добро пожаловать, товарищ по вере. Добро пожаловать. Привет, до свидания. Все, это же, да, это имелось в виду. Скорее всего, да. Вжух, и мы получаем жесткую награду за неделю. По росту. А, мы еще и здесь чего-то напомним. Первую страницу выполнили. Здесь нужно 2 Аврори на 30 уровня, но... Нам не надо пока. Пока не надо. Здесь мостик до 2 левела прокачали. Хорош. Еще нам нужно пройти 2 чептер. Ну, это опять-таки мелочи жизни. Здесь разблокировать бар. Ну, это опять до конца 2 главы. 2 экспедиции закончить. 3 постройки на колоссе 2 левела. 3-7 пройти. 10 уровень персонажа. Хотя бы 1 персонаж 1 возвышения. Но это уже в 3 главе будет, насколько я помню. Но мы уже неплохо, мы уже половину квестов выполнили.
Ну и по сюжету, само собой, закрыть 2.10, закрыть 2.11, закрыть 2.12, повысить мостик на второй левел. И вот как раз таки ресурсная станция второго уровня — это прям must-have. Ну и потом 2.13, 14, 15 и 2 аврории на 25 уровня, но сначала надо закончить предыдущие квесты. Хорошо, давайте... Крутить никого не будем. Давайте фразы послушаем, эхо. Я говорю, у меня уже голова пухнет от обилия персонажей. Кстати, 18 персонажей уже. И далеко не со всеми мы переговорили и послушали их истории. Это же просто безумие. Это столько всего нужно успеть сделать. Это прям вау. Давай. Такая милашка. Похоже, что ты всегда занят. Прямо как эхо. Ну да. Доброго вечера! А, я вообще не с тобой говорю, я просто Йоши приветствую. Добрый вечер! Это вообще, это ворона. Ворона в шарфике. Еще не слишком поздно отправиться в путешествие с эхо. Да. Я думала, что я единственная, кто не спит еще в этот час. Ну, это ночное приветствие, да? Ну, типа, утреннее, дневное, вечернее и ночное. Для ребят из курьерской службы нету пределов. Ну, то бишь, имеется в виду, нету невыполнимых заказов. Вот что имеется, да? Мне, говорит, интересно, как вы тот орган смогли затащить сюда? Он же больше, чем просто, я не знаю, что. Ну, имеется в виду огромное пианино, да? Панель управления в носу колонки. Как вы... Это как, знаешь, домой покупаешь пианино, там, для ребенка или для себя. И прям курьеров заказываешь, чтобы они на 10-й этаж подняли, без грузового лифта. И вот это, как вы затащили, я не понимаю. Йоши думает, что ты милашка. Это Йоши сказала, а не я. Вот. Блин, какая она милаха все-таки. Некоторые говорят, что курьерская служба состоит только из свободолюбивых ребят, да, которые любят открытия. Так и есть. Ну... Было бы так, если бы у нас слишком много времени свободного было на руках. Да, мы бы исследовали бы мир, а у нас, блин, заказы. Угу. У меня прям темные вот эти подводки под глазами. Ну, решил уже, какую задачу для меня, ну, хочешь мне, ну, назначить, да, доверить. У меня нету времени ждать тебя, пока ты там копошишься. Капоша! Ну? Кому какое дело о заспанных глазах и темных кругах? Ну, типа, кому какое дело, да, насчет заспанных глаз и темных кругов под глазами, когда у тебя есть запал? Я так живу. Я так живу, эхо. Soulmate чисто. Не обращай, говорит, внимания на эту, на этого голубя ленивого. Здесь мы в курьерской службе не все такие. Блин, приятно, да, когда ты понимаешь, про кого они теперь говорят. Ну, в том плане, что вы тоже понимаете. Когда мы ничего не делаем, говорит, блин, га, говорит, блин, когда ты это самое, дремлешь ты еще милее. Что? Ты слышал это? Йоши, ну хватит такие странные вещи говорить, кар, кар. Блин, кажется, кто-то симпит Старлайта, когда мы ее ассистентом делаем. Ну ладно, пусть я в таких делах не очень хороша, да? Я лучше курьером бы побыла. Когда мы ее получаем... Вот, для тебя письмо, милашка. Угу. Повышение. Могу я, типа, на практике испытать то, что я только что изучила? Возможно.
зрение, ну, типа, зрение, ну, как бы это сказать, прикиньте, ну, типа, стало шире, прикиньте, я эту фразу забыл, как это нормально сказать, ну, типа, блин, да прикинь, радиус обзора увеличен, во! Чё так тяжело думать? Я такой человек теперь, который может неприятности доставить, ага, добавляем информацию. Ну ладно, сверхурочный, ей! Блин, эти ребята из курьерской службы, они такие вайбовые, ты так с ними соотносишься, просто... Я готова. Ну, ее способности, да? Ну что, мне нанести последний удар или кого? Йошу, давай вместе со мной, ей! Дорога... Очищена, ну типа, дорога свободна. Убрать препятствия. Угу. Чисто ворона летит. Все курьеры это прирожденные первооткрыватели. И доставим ее капитаном. То есть я раньше не работала, но я не против. Победа. Не стоит недооценивать перышки и когти курьеров. Ага. Проигрыш. На самом деле, ну знаешь, этого уже было... ну типа, этот заказ уже превосходил мой контракт, да? Типа, по контракту я вообще не обязана была этим заниматься, в курсе, да? Ну ладно. Бьякуякёку. Я говорю, по голосу уже можно... Вот, я не знаю, когда-нибудь я челлендж себе устрою и по голосу попытаюсь определить и каждый раз определять, кто все эти люди говорят. Куча сообщений... когда мы с ней разговариваем на колоссе. Разве этому большому парню, когда он взлетает, не нужно крыльями махать? Ну про колосса, он не птица. Но он и не самолет. Оставь всю работу на нас. Все в этом почтовой, в этой службе, как я, мы любим работать сверхурочно, это правда. Нет. А, нифига. Гильдия иногда читает письма людей без позволения. Даже ребята из Родизеля этого не делают. Гильдия из Умбрейшена. Это типа шпионская, да, организация там какая-то. Темные делишки творятся. Она же работает там тоже, что забавно. Курьерская служба доставит любое ваше письмо. А вот, кстати, лозунг этих ребят, само собой. Про эклипситов. Курьеры не вступают в сражение с эклипситами, только если контрактом, да, это не... ну, не прописано. Вот что. Руководство в почтовой службе довольно тепло к нам относится. Но это потому, что большей части курьеров не нужен никто, чтобы они стояли над душой. Вот и все. Поэтому все такие на расслабоне. Там мы увидим. Там будет целая сюжетка про это в будущем. То есть мы пока что в таком начале сюжета, ребят. Вы просто не представляете, это вселенная огромная. Если вам сейчас кажется история и персонажи простыми и плоскими, мы еще никуда даже не прошли. Мы в самом начале. Мы даже с самыми знаковыми персонажами еще не познакомились. Со всеми, по крайней мере. Пассивный курьер? Ты, наверное, про Дов говоришь. Ее уволят. Мне интересно, типа, что раньше? Типа, ее уволят раньше? Или что? Типа, если она в том же духе продолжит, ее интересно мне, когда уволят вообще? Когда ее уволят, я не понимаю. Йоши сказала мне, что готова умереть ради орешка в шоколаде. Понял. Принял информацию. Пожалуйста, не говори с Дов насчет эха. Никогда. Типа, мы смертельные просто...
не партнеры, как это, конкуренты с ней, невероятно. Я недолюбливаю ее, она недолюбливает меня, вот. Если погода будет плохая, Эхо и Йоши могут вылететь, ну, типа, за колосс и, типа, вести вас сквозь бурю, да? Мы знаем путь в любом случае. Наша прекрасная ворона. Подарки. Это даже не подарок, который ей нравится. Она просто такая, ну ладно, спасибо. Я, говорит, на седьмом небе от счастья. Йоши тоже. Счастливого Нового года! Ну, наверное, если я, конечно... Я приду попраздновать, если у меня смены не будет, конечно. И ну и две дополнительные фразы. Пусть поговорит. Мы типа всегда доставляем. Ни для меня, ни для курьерской службы нет преград. Обратись типа в любое отделение, ближайшее к тебе. И мы выполним любую, даже самую сложную задачу. Ага. Мы их часто увидим, просто ребят с курьерской службы в любом сюжете. Мои коллеги и я всегда странствуют по всему континенту, пересекают темные древние города и сияющие пустыни. Неважно, насколько длинна дистанция, мы покроем ее ради вас, клиентов, типа. Блин, это круто, да? Это прям профессионально. Чисто девочки-птицы вместо курьерской службы. У них как козырьки вот это вот все, да? Ну, то есть, чисто почтальоны. С кем мы уже познакомились? Ну-ка. Страшно. С Юрием мы познакомились, да? По-моему. А я что-то не помню, кстати. Мы, кстати, вот не слушали ее второе... Сейчас мы этого делать не будем? Или не было? Ну, походу, нет, не было. А кто? Доу была? Энджел была? Эхо? Ноа? Вайс? Кликин? Мисс Бланк? И все? Кто смотрит внимательно, напишите мне. Ну, просто, чтобы время от времени... У меня список хотя бы был тех, с кем мы уже говорили. Там, понятное дело, их история есть еще и дальше. У них под повышением доверия. Но я хочу хотя бы фразы посмотреть. Повысить на второе доверие сначала всех, кто у нас есть. Блин, это так жестко с каждым познакомиться в этой игре. Хорошо, давайте на этом мы остановимся. Потому что, итак, ну да, окей. В каждой серии мы много чего успеваем, но это такая микрокапля в море контента, который тут есть. И еще раз напоминаю, мы еще вот тут не открыли, вот тут не открыли, вот это все не открыли. Кстати, 2/3 прошли главы как будто бы, это хорошо. Все на 3 звезды, туториал. Все, еще туториал, и ты игра прокидываешь. Ну, просто чтобы вы понимали, да, где мы еще находимся. Совсем скоро будет юбилей. 10-й левел. Каким-то образом... Ну, да, у нас как бы серия на этой неделе будет, так что я постараюсь как-нибудь подвести именно к той серии. 10-й левел, то есть... Будет первая какая-то такая веха на нашем пути. А пока что, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если так, то ставьте лайки, разумеется. Кто не подписался, подписывайтесь, разумеется, тоже. Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать контент, и обязательно пишите комментарии. Мне было бы реально интереснее, если бы вы писали больше про игру. То есть там вот есть ребята, которые благодарят за серию, просто там желают приятного чая и так далее. Это прекрасно, честно, без вопросов. Но мне было бы интересно больше ваших мыслей об игре видеть, само собой. Ну, чтобы был какой-то интерактивчик в этом плане. Да. Потому что во время того же реверса там хотя бы был Найтингейл и, по-моему, кто-то еще. Они там писали за отсылки, ну, хоть что-то было, а здесь как будто бы пустовато в комментариях получается. Это немножко грустно. Ну и ладно. Ну, как бы не ладно, я просто попросил тех, кто смотрит.
Ладно, ну и все остальное. Там, залетайте на стримы или смотрите записи трансляции, что вам интересно, все необходимые ссылочки на соцсети или на поддержку канала в описании под видео, в шапке канала или в описании канала. Ну, что вам нравится больше, где вам удобнее. Тех, кто уже поддерживает канал, я в очередной раз благодарю, вы ребята прекрасные. А те, кто не поддерживает, можете перейти по ссылочке и ознакомиться, что там есть. Потому что вас это должно заинтересовать по-любому. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующий раз, независимо что вы там смотрите, может даже записи, везде вас ждет приятное настроение и хорошее времяпровождение. Вот. Ну а я надеюсь, что у вас все прекрасно, увидимся и пока-пока, ребята. Просто протараторил концовочку жестко. Ладно, все, пока-пока.